Виновник аварии сбежал с места ДТП. ЧП произошло 8 ноября на пересечении улиц Чернышевского и Дегтярной, неподалеку от полиграфкомбината. Автолюбитель на Форд столкнулся с каретой скорой помощи. В машине медиков в момент аварии находился тяжело больной человек без сознания, которого фельдшеры везли в больницу. После столкновения владелец иномарки покинул место ДТП. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян. На место аварии прибыли сотрудники областной службы спасения, а также еще один экипаж скорой помощи, которые доставили тяжело больного пациента в больницу. В столкновении никто не пострадал.